Что? Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня мы узнаем, что же получу за 1000 кило в новом режиме против всех. А возможно, я даже получу новый дигел. Вы посмотрите на эту красоточку, мужики. Вы посмотрите, посмотрите, что происходит, мама дорогая. Ну что же, мои уважаемые подписчики, ну и перед началом этой ролика я хотел бы вам подарить БП бесплатно. И даже 25 уровней. И чтобы их получить совершенно бесплатно, это первое, поставить лайк. Во-вторых, подпишись на мой канал. И в-третьих, посмотри видео от начала до конца без примоток и напиши в комментариях твой ID. Ну что же, а мы стартуем! Короче, ребята, нас 10 человек в открытом лобби в режиме против всех. Вы спросите, как это возможно? А я тоже спрошу. Векс, брат, как это возможно? Не знаю, это магия. Это магия, мужики! It's magic! Ну что, леди и джентльмены, в этот раз мы не будем искать лобби друг друга миллион часов, потому что мы сразу запустимся. Ну что же, погнали! Кстати, я впервые играю в этот режим. Ух, я даже не знаю, что там такое. Так, мужики, план такой. Это мид, я думаю, мид все знают. Ваша задача, братва, как можно быстрее всем бежать ко мне. О, какие прикольные модельки персонажей, их впервые в жизни вижу. Ля, пацаны, слушай, ну у вас нормальные ножи. А мой нож, посмотри, зацените, братва, зацените. Мой нож вам в рот не влезет, а? Все, ребята, время пошло, бегом на мид. 4 минуты осталось, 4 минуты, давайте. Наша задача выбить какой-то новый крутой скин. Все сюда, братва. Просто всем по маслине. Мои вы умнички, мои вы умнички. А сколько же получил очков? 80 очков, вы че гоните? И это только начало. Так, братва, кто последний, тот вонючий пепа. Братанчик, лови маслину. Ты тоже маслину, и ты маслину, и ты маслину, и ты маслину. Маслин хватит на всех. Блин, мужики, это типа какой-то бомжа похож, не? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Немножко все подвисает, потому что обно вышло относительно недавно, поэтому еще все лагает. Но разработчики красавцы, они обновили модельки персонажей. Посмотрите на этого мужичка. Здорово, братишка. Ребята, всего у нас будет 3 катки. В первой катке я буду всех мочить с АКР. Во второй катке я буду всех мочить снова ножа. Чел, ты... А че? Вы видели? Я по типу попал, он был как будто бессмертным. Но в третьей катке... Мы придумаем что-то очень прикольное. Поэтому, ребята, первая катка я просто всех с АКР-очкой мочу. Вторая... Ля, братан! Чё с тобой? Во второй катке я всех буду мочить с нового ножа Фэнг. Ну, а в третьей катке там уже посмотрим. Обалдеть! 370 очков! Я уверен, что я получу что-то нереально крутое. Вот прям уверен на 100%. Ну, а вы, мои же подписчики, за это нереально крутое эксклюзивное видео прожмите лайк. Иначе будете лежать в куче этих типов, поняли? Поэтому, пацаны, все прожмите по лайку и подпишитесь на мой канал. Ну а я пока ставлю всем по маслине. Легчайше для величайшего. Наша задача поставить максимальный рекорд. 620 очков. А мы сможем добить 1000 очков? Ля, прикиньте, если мы добьем 1000 очков, это будет просто нечто нереальное. То есть, пацаны, что надо делать? Подбежали ко мне и замерли. Подбежали и замерли. Подбежали и замерли. Самое главное после этого режима не получить бан. Потому что, мужики, ну как-то на бананные острова не особо сильно хочу. Поэтому, пыжи, разработчики, не баньте. У меня уже 860. 60 очков! Я не верю своим глазам. Прикиньте, какое-то 1 очко. У кента уже 900. Ха-ха! Блин, это имба. Я в отвечаю, я верю, что я что-то получу. А прикиньте, я еще новый керыч получу. Новый керамбит. А, блин, как он называется? Аусрейд? Или как? Ауреад. Ауреад, мужики. Так, все, монтажер. Сделай вид, как будто все-таки должна была быть. Новый дигл. Ауреад. Слушайте, а кто шарит? А статистика в КД идет или нет? Потому что если она идет в КД, то это очень-таки хорошо. Желательно, мужики, сразу становитесь друг за другом, чтобы я сразу делал 2 килла, поняли? То есть увидели какого-то пассажира, стали друг за другом, чтобы я сразу 2 килла давал. А, блин! Я только сейчас заметил, если я даю килл, чекайте, если я даю килл, патроны даются заново. Смотрите, у меня есть 28 патронов, ставлю маслину, 30. Обалдеть, я только сейчас это заметил. Ребята, 15 секунд, быстрее все бежим, давайте. Так, у кого меньше всего смертей? Блин, Мафик, чел, давай быстрее беги, ты че ленивая, ты попочка? Не, Мафик наглый, Мафик сильно наглый. Так, брата, давайте, 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 давайте. О, давайте, 3 секунды быстрее, ну, дядь, давай. Так. Окей, это пока первое место. И что же я получу? Обалдеть, 1480 опыта! Я получаю
Слушайте, а зачем мне вообще все это, если есть болдропчик? Тем более на болдропчике вышло очень крутое обновление. Добавили новую коллекцию кассиков. Вы посмотрите, какой дроп падает с них. Также, помимо всего этого, добавили обменник Мерлина, в котором вы можете бесплатно поменять чешую и бесплатно получить топовый дроп. И это не все. Также добавили новый булпасик. Братишка, ну и конечно же, я не буду тебя оставить без подарка. Прямо сейчас на экране ты видишь секретный код. Вводи его и забирай свой приз. Все нужные ссылочки есть в закрепленном комментарии. Ну а мы идем дальше. Внимание! Внимание, что я получаю? А ну-ка! С этого момента поподробнее записываю. Так. 2000 опыта! Обалдеть! 2000! Что? Мне дали новую энку! Новая энка! Я не верю своим глазам! Что? Это просто что-то нереальное. Обалдеть! Мне дали новую энку! Вот это я киберспортсмен, я сейчас заплачу. Мне, ребят, за это надо просто прожать лайк прямо сейчас. Обалдеть, не встать. Вот это я машина! Хорошо, так как? Ну что, ребята, а мы перемещаемся в каточку номер 2. Ну что же, ребята, запускаем жарманочку. Я сейчас буду всех мочить с ножичка. И мы, ребята, обратно-таки встречаемся на меду. А почему все так подвисает? Крамон! Че по ФПС? Так, пацаны, сюда, маслину! Сюда, сюда! Обалдеть, что я творю? Так, ребята, максимально быстро подбираем ко мне. У меня уже 70 очков. Я просто в шоке после прошлой каточки. Мало ли, вдруг мы еще что-то крутое получим. Я стараюсь им ставить маслины, потому что если буду ставить маслины, то мне, возможно, не знаю, возможно, будет гораздо больше шанс, что я получу какой-то топовый дроп. Это новый режим против всех. Я в него зашел впервые в жизни. И сразу же снимаю видео для вас. Поэтому, ребята, с вас лайкусик и подписулечка. ...840, 850, 860. Ну, по всей видимости, ребята, во второй катке я получу меньше опыта, чем в первой, потому что у меня будет меньше очков. Тут пока что всего лишь 900. А в первой катке у меня было вообще 1,5 костря. Прикиньте, насколько же лютый тип. Я очень рад, что в этом режиме не руинится, ребят, КД. Кстати, да! Напишите прямо сейчас в комментариях, в каком режиме мне снять следующую эту рубрику. Я могу снять в соревновательном режиме. Хотите? Вообще без проблем! Но, правда, в ММ меня могут реально забанить. Но ничего, ребята, есть связь с разработчиками, поэтому если что, разбанят. Буду почины. Хотите, я сниму такой в союзниках и в ММе? С вас лайк, подписка. Ну, кстати, 1300 очков, это очень-таки неплохо, я думал, будет гораздо хуже. Давайте, почины. 1330 очков. Это хэштег непаганенько. Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее, мужики подошли, замерли. Не двигайтесь, не двигайтесь, не двигайтесь. О, почти 1400. Давайте, ребятки. Блин, 1410. Ну, пожалуйста, ну, прибежите ко мне, мои вы пупсики. Давай, 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 давай. Ну, хочу рекорд! Нет! Обалдеть! 1470 очков! А сколько было в первом катке? Монтажер ставь. Так, ребята, что мы сейчас получим? Как вы думаете? А ну-ка! Так, внимательно, внимательно, внимательно. Я получаю 2000 опыта обратно! Чё? 10 монет! Вы что, в сосну въехали? Я, конечно, все понимаю. Вы уважение-то имеете ко мне. В смысле 10 монет? Вы что? Не, ребята, это было обидно. Это было реально обидно. Ну ладно, перемещаемся в каточку номер 3. Ну что же, ребята, а вот она и наша третья каточка. И знаете что? В этой катке я буду ставить only хедшоты. И никак иначе. Только так и никак иначе. Пацаны, наша цель поставить рекорд. Всех жду на меду. Братик, стой. Замри, замри. Опа. На, получай по шляпе. Пацаны, ё-моё. Моё, быстрее! Мои вы умнички, я уверен, у нас прям сейчас все выйдет, и это будет абсолютный рекорд. Так, ребят, я буду на хаммере, вы просто подбегаете и замираете, поняли? Вот, то есть, не обязательно в упор прям подбегать, поняли? Можете даже подальше, да, вот тут, как пекс, красавцы. Только я на вас навожусь, сразу замираете. Просто умнички, братва! У нас пока что идут only хедшоты, уже 140 очков, вы чё, сумасшедшие? 160 очков, обнял вас! Лучшие! Не, ребят, это будет рекорд, я это чувствую. Если сейчас никто не вылетит, если никакая падаль не вылетит, сейчас будет рекорд. Ой-ой-ой-ой-ой, only хедшоты, пацаны. Возможно, я прямо сейчас получу новый дигл. Блин, это было бы очень круто. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, пацаны. Сюда получаю по шапке. Блин, слушай, как же хорошо играю с Экейра, да? Чисто патрон и типа нет. Ребята, опыт не пробьешь, но попытки были. У меня такое ощущение, как будто играю против ботов, отвечаю вам. Просто чекайте. Ребята, прям мощнейшие пушечки залетают. Чекайте, 400. 420 очков, а еще не прошла даже половина времени. Ой, это же минус 2 бахнул. Давайте. Оп.
Сюда, родной. Сюда, сюда, сюда. Подходи, братик. 470 очков, ребят, это будет по-любому рекорд. Я это чувствую, это будет 100% рекорд. Мы с вами красавцы. То есть, по-любому будет больше 1500. Возможно, после этой катки мы реально получим что-то очень дорогое и очень эксклюзивное. Пексик, братанчик. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 роднулечка ты моя. И заметьте, самое интересное, то, что у меня не было ни одного килла, чтобы я дал не хедшот. Абсолютно все киллы это хедшотик. Поэтому, ребята, однозначно за это лайк. Давай, братик. Ай-яй-яй-яй, не двигаемся, не двигаемся. 630 очков, хана мы вместе с вами-то лютые, а? Просто лютейшие эти пули. Так, ребят, с вас лайк, подписка. Стоять, замри, замри, братик. 670, ага. 700 очков, дальше 700, найс, найс, замри, родной. Опа-па-па-па, опа-па. 730, так, замри. 740, 750, 760, 770. Да, да. 780, 790, 800, это очень хороший показатель, максимально хороший показатель. Так, ребятки, только, пожалуйста, можете не прыгать перед экраном. Вот сейчас просто идеально, я уже чувствую, я уже разыгрался. Я чувствую, пацаны, сейчас будет залетать прям очень жестко. Вот прям сейчас очень жестко буду тащить. Идеально, просто идеальная позиция, идеальная карта, потому что я вот куда ни повернусь, постоянно кого-то вижу. Вот просто постоянно, просто чекайте. Так, пацаны, кто тут? Кто тут? Давай, 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 ну, братик. Давай, 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 ну, ну, быстрее, быстрее, родной. Ребята, 960 очков, у меня уже палец болит нажимать на кнопку стрельбы. Хана мы лютые. 1000, давай, ребята, за полторы минуты мы можем на язычах 500 нашмалять. Так, 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 давай, 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 братанчик. Ну, 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 замри, 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 родной. 1050, хорош, ребят, хорош, 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 хорош. 1060. 1080, давайте 1090. Абсолютно все хиты, что я ставлю, это хедшот. Только хедшот. 1100, 1100, ребят, 1120. Активнее, активнее бежим, мужички. Умнички, умнички. 1150, сюда, родной, на базу. Блин, 1180, ребят, давайте, это будет точно рекорд. Я уверен, это будет рекорд. Я уверен, это будет рекорд 100%, по-другому никак. Ля, тут чип летает вообще. Давай, братик. Кто-то по мне стреляет, вы чё? Дед, не стреляй по мне! Так, все, ребята, идеально. 19 секунд, быстрее, подбегаем, замираем, подбегаем, замираем, мужики. Быстрее! Ай-яй-яй! Как же тяжело играть, как же тяжело играть. Давай, давай, давай. Я это сделаю. 1340, ребят, хочу рекорд. Давайте 1500. Нет! Походу рекорда не будет, походу рекорда не будет, походу рекорда не будет. 1380. Зашибись, 1390. И, к сожалению, рекорд не сделали. Но мы очень сильно пытались. Давайте посмотрим, что же нам дадут. Может, хотя бы утешительный приз Авик ТХ дадут. И нам дают, уважаемые подписчики. Что нам дают? А нам дают! А ну-ка, а ну-ка. В рот, или нет? Нам дают! В рот! Ну что ж, мы уважаем подписчики. На этой хорошей, замечательной ноте обязательно проживите лайкусик и подпишитесь на мой канал. С вами был ваш Кентуха. Обязательно перейди, подпишись на мой телеграмчик. Всем удачки, всем хорошего настроения и всем пока-пока!